15 часов, в Перми и Петербурге 14, в Омске 15. Василий Белоусов в студии. Здравствуйте. Более 10 миллионов человек приняли участие в шествии бессмертного транспорта. Между Россией и Японией сохраняются значительные разговоры. Предстоит понять, как их можно преодолеть, а потом Белоусов. И Таиланд отменил запрет на это. И других новостях. Более 10 миллионов человек приняли участие в шествии бессмертного транспорта в России. 700 тысяч участников. Шествие было организовано практически... Массовая за рубежом акция стала в Афинах. В ней участвовали более 4,5 тысяч человек. Бессмертный полк также прошел в крупнейших городах Сирии, Дамаске и Алеппо, а также в Тишерине в Латакии. В оперном театре Дамаска после шествия прошел торжественный концерт, который своими силами организовали в Сирии. В Алеппо, кроме из России, в шествии «Бессмертный полк» приняли участие сирийцы, потерявшиеся в гражданской войне. Между Россией и Японией сохраняются значительные разговоры. Предстоит понять, как их можно преодолеть.